Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Що треба зробити, щоб стати людиною? Ми поцікавимось в нашій сьогоднішній програмі. І послухаємо історію, яка змінила долю багатьох. Як Сухомлинський сказав когда-то в своє время, ми рождені чоловіками, але людьми нам ще предстоїть стати. Якщо я їх зараз відпущу, то, не закончив программу, у них практически нет шансов что-то в своей жизни изменить. Они заново учатся все любить, ценить, уважать, радоваться, все заново. Через 3 года, даже меньше уже, я планирую все-таки стать кандидатом психологических наук. Даст Бог, получится. Хто бажає, той і досягає успіху. Це аксіома життя. Ми з вами, друзі, зустрічаємося під час радісних свят. Новий рік, Різдво, а незабаром Старий Новий рік. Це сімейні свята. І сьогодні ми з вами в гостях у дружньої родини – Павла і Оксани Казар'ян. Молоді люди займаються дуже серйозною і відповідальною справою. А якою – почуємо зараз. Занимаемся реабилитацией наркозависимых. Вот. В этом году, вернее, уже в прошлом году исполнилось 8 лет центру реабилитации «Источник». И для нас это был большой праздник. Мы подводили итоги, то, чего мы добились за эти 8 лет. Я могу сказать, что без хвастовства, на самом деле, очень много людей, которые прошли через наш центр, закончили его и теперь ведут не просто здоровый образ жизни, а еще и социально активный, рожают детей. То есть стали людьми, да? Да, вот знаете, как Сухомлинский сказал когда-то в свое время, мы рождены человеками, но людьми нам еще предстоит стать. Это что-то из нашей песни. Мы делаем так, чтобы люди пересматривали свои взгляды на жизнь, свои ценности, свое мировоззрение. У нас это очень хорошо получается. Вот если откровенно, человек обычно занимается тем делом, которое нужно очень сильно прочувствовать. Для того, чтобы реабилитировать наркомана, нужно немножечко влезть в его шкуру и почувствовать, как ему плохо, или со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но вы как бы очень досмотрены, и вы не выглядите бывшим наркоманом или, слава богу. А как вы? Что вас подвигло создавать? Докатился до такого дела, да. Ну, это произошло не 8 лет назад, это произошло 12. Ну, вот вы по профессии, вы кто? Психолог. Профессиональный психолог, да? Что вы закончили? Психолог, значит, на тот момент, когда я начал этим заниматься, я еще не закончил университет, но здесь уже в Николаеве я закончил университет имени Сухомлинского. Вот, конечно, вы цитируете Сухомлинского. Да. И на данный момент я продолжаю обучаться, я на аспирантуре. Вот, еще через 3 года, даже меньше уже, я планирую все-таки стать кандидатом психологических наук. Даст Бог, получится. И я не просто хочу помогать людям, я и так уже это делаю, этого уже недостаточно, как бы лично для меня. Вот, я хочу, чтобы та программа, которую мы используем, те подходы, которые мы используем в изменении такой сложной категории людей, как наркозависимые, я хочу, чтобы ее взяли на вооружение в нашем государстве, поэтому я буду писать диссертацию именно по этому направлению. Возвращаясь 12 лет назад, я жил в городе Одессе, сам я киевлянин. Вот, в Одессу. И перипетии судьбы. Киевлянин живет в Одессе, оказывается, в Николаеве, а реабилитационный центр находится в Очакове. Видите, телезрители, как они хитры и извилисты, эти пути. Эти дороги, да. Ну, что поделаешь. Как бы как получилось, так и получилось. Я особо не выбирала, но сама жизнь вела. Само собой, да, получалось. И я жил в Одессе, учился. Учился. Оксаночку тогда вы еще не знали. Нет, мы еще тогда были не знакомы. Не дойдет сейчас.
Значит, в Одессе я учился нейролингвистическому программированию у одного из очень серьезных всемирно известных психологов. Его зовут Фрэнк Пьюселик. Он живет в Одессе и работает в Украине в основном. Одним из видов его социальной деятельности он занимается реабилитацией наркозависимых. После очередного тренинга он повез всю нашу группу показать, что это такое. Потому что как бы, на тот момент мое отношение к наркоманам тоже было неоднозначное. Вернее, даже, наверное, скорее всего, однозначное. Я был уверен, что ступивший на этот путь, дороги назад уже нет. Вот. Но когда нас повезли туда, в этот реабилитационный центр в Одессе, ну, какой-то определенный восторг это у меня вызвало, потому что то, что я увидел, нельзя было назвать, только некоторых из тех людей, которых я увидел, можно было назвать наркоманы. А остальные люди это были здоровые, с правильным мышлением, здоровыми какими-то ценностями, светящиеся люди. Я не мог поверить, что это действительно люди, которые прошли все вот эти наркоманские пути, тюрьму, там, ВИЧ-инфекцию, либо еще что-то подобное. Светящие наркоманы и светящиеся люди, да? Вы знаете, как светящиеся лица, светящиеся глаза, не потому, что они под каким-то воздействием чего бы то ни было, это были искренние вот как бы люди. Так как я жил в Одессе, мне стало это интересно, я стал изучать те методики, которые используют в отношении реабилитации этих людей. И стал работать в реабилитационном центре. До этого у меня был небольшой магазинчик в Одессе, я как бы с этого жил. Возглавил один из реабилитационных центров, его называли «Наш дом». Сами ребята его назвали. Я начинал с одного человека. Вот взял одного человека. Поселили в нашем доме? Да, и мы поселились там вместе с ним. Я ночью ездил на 7-й километр, делал закупку для своего магазина. Утром перед подъемом я приезжал туда, и мы с ним делали зарядку. И так дальше. Вы вместе проходили реабилитационный путь, да? Ну, по сути, наверное, да. Ну, то есть я был у него как старший, что ли, вот, как его наставник во всем. То есть все какие-то ответственности, которые там были, все это было как бы возглавлено мной. Потом начали приходить еще какие-то ребята, но это было, конечно, очень сложно, потому что они приходили, уходили, это было все натянуто. И потом приехал к нам этот же Фрэнк Пьюселик, посмотрел, что мы упорные ребята, и с одного из своих реабилитационных центров дал 2 человека в помощь. Эти 2 человека кардинально, конечно, изменили всю ситуацию. Это были уже воспитанные такие ребята, они знающие программу. Ну, то есть он вам дал 2 наркоманов еще, да? 2 наркоманов, которые... Которые уже не совсем наркоманы. Да, то есть они были уже на предпоследней стадии реабилитации, так сказать. Но они уже были толковые ребята, с ними можно было как-то работать. К нам начали приходить люди, нас начали узнавать. Так потихонечку мы доросли до 11 человек. И вот, когда мы доросли до 11 человек, нам пришли спонсоры, которые давали нам помещение. То есть, как бы, для справки, мы туда заехали, в этот дом, когда там не было ни окон, ни дверей, он был полупостроен, то есть, мы его своими силами построили. И в один прекрасный день, когда уже стройка закончилась, нам приехали и сказали: ребята, спасибо вам большое. Спасибо, что помогли со стройкой. Да, мы больше не нуждаемся в вашей помощи. Мы уже все остальное сами. Да, да? Вы извините, очень культурно, сказали: до свидания. Ну, это, конечно, был удар, потому что у меня на тот момент, кроме этого, ничего не было. Такой достаточно. Не только был удар по мне, это был удар по другим консультантам, которые там работали. Вот, в частности, Елена Буланова, она сейчас работает
и здесь, вот, с нами она одесситка, ездит с Одессы и работает у нас в центре, прямо сейчас. На тот момент был такой очень шок, удар, мы не знали, что делать, как бы, грубо говоря, все ставки сделаны на этот центр, хотя я был в себе всегда, в принципе, уверен, я знал, что я найду себе работу без проблем. Но эти 11 человек, они пришли с чемоданами, сумками. Они... Куда, к вам домой пришли? Да, они пришли ко мне. Класс, домой, да? В Одессе, да. Здравствуй, Павел, мы пришли к тебе жить. Да, они не, они не жить, они не наглые ребята были, безусловно. Они просто пришли. Уже ж некуда было деться. Позвонили, сказали, что нам делать. Угу. По домам или, ну, что. И я уже как человек к тому моменту, работающий с наркозависимыми больше 3 лет, я знал, что если я их сейчас отпущу, то, не закончив программу, у них практически нет шансов что-то в своей жизни изменить. И их жизнь закончится как у подавляющего числа наркоманов. То есть наркотики, тюрьма, смерть, ВИЧ-инфекция, какие-то еще болезни. Вот. И я им сказал, ребят, в общем, все будет нормально. Может быть, я сильно много на себя взял. Вот. Я им сказал, давайте, все будет хорошо. Забрал их. И мы поехали к этой же Елене Булановой. В двухкомнатную квартиру, приблизительно такой же, как у нас. Эти 11 человек вместе с чемоданами и сумками разместились у нее на 3 дня. Я поехал в Киев, так как я... как бы на свою родину, что ли, можно так сказать. В поселке Бышев я нашел дом после пожара. Мы переехали в дом после пожара, ребята там полностью все делали сами, их было 11 человек. Через 2 месяца их осталось 6. Это все время я потратил на то, чтобы ездить по всем чиновникам всевозможным, рассказывать ситуации, приводить какую-то статистику, фотографии, портфолио. Все мне кивали головой. Ну, вернее, даже не то, чтобы все. Я глубоко благодарен тем чиновникам, которые мне сразу сказали «нет». Больнее всего было с теми, которые говорили, да, супер, мы поможем, и где-то пропадали, отключали телефоны. Ну вот вы говорили, что какой-то министр даже плакал, увидев ваших... Когда к нам в Одессе приезжал на тот момент министр молодежи и спорта Павленко, вот, после того, как ему показали там определенную сценку пантомиму, вот, он даже прослезился. Был такой. Видите, у министров тоже есть сердце, господа. Да. Да, и ну, а дальше? А дальше я приехал к нему на прием, и он мне, ну, грубо говоря, он меня обманул. Он обманул, сказал, что он поможет, и, в общем, там получилась очень нехорошая история. Очень жестко, так скажем, вот, отнесся к этому всему. И в тот момент я понял, что реально все. Вы больше чиновникам не верите? Нет. Ну, сейчас уже немножко ситуация поменялась. Сейчас у меня уже другой немножко уровень. Я уже по-другому с ними разговариваю. Но в тот момент я понял, что все реально... Ну, они там не будут жить, ребята. Они не смогут. И там условия совершенно не те, чтобы реабилитацию делать. Я совершенно отчаялся, и я вот очень сильно благодарен своей маме, которая сказала мне, сынок, ну раз такая ситуация, давай продадим квартиру в Одессе. Я очень сильно этому обрадовался. Мы последующие там 2 месяца, по-моему, продавали квартиру, продали ее, притом продали за нереальные по тем временам деньги, за 40 тысяч долларов, это было очень много, очень дорого. Вот, все удивлялись. Но я думаю, так уже Господь Бог распорядился и помог, что вот мы... И за этих денег хватило на то, чтобы купить дом в Очаковском районе, в селе Осетровка. И машину, ну, в общем, все необходимое, минимальная какая-то атрибутика, техника для того, чтобы... создать реабилитационный центр. А еще и на переезд хватило, потому что мы оттуда забрались ребят и переехали все туда. Это для нас был тогда очень шикарный вообще переезд. Такой дом был огромный, никто не мешает, своя территория. Просто было супер. Вот. По сравнению с Бышевым. Сейчас я, конечно, вспоминаю, это была
такая, хоть и не маленькая, но убогая дачка. Сейчас это уже совершенно другой центр. Сейчас уже все ребята сделали там сами, уже все построили. Единственное исключение, нас никто оттуда не выгонит. Павел, ваша супруга Оксана, она не только ваша супруга, не только мать ваших детей, но она еще и такая, можно сказать, боевая подруга, да, Оксаночка? Вы являетесь правой рукой своего мужа именно в этом деле реабилитации наркоманов. Ну, отчасти, наверное, да. Потому что я живу тоже этой жизнью, живу жизнью всех ребят, которые проходят на, ну, сейчас, в данный момент, на программе. Я знаю о всех их проблемах. О всех проблемах их родителей, там, и всех их родственников. Поэтому, да, я плечо иду со своим мужем вместе. Вы занимаетесь делом, которое, в принципе, ну, это тяжелое дело. Это так, ну, мы как бы там, конечно, на юморе, но если говорить серьезно, то это крайне сложное дело. И реабилитация наркоманов – это боль, это слезы, да. Это, конечно, потом, когда видишь результат, это здорово. Но, тем не менее, такие молодые, красивые. И вот этот реабилитационный центр наркоманов. Оксаночка, как вам? Не давит ваши плечи такая все-таки даже психологическая тяжесть? Ну, вы знаете, я скажу, что вот, ну, когда я только познакомилась с Павлом, уже центр был, центру было год. Я безумно боялась туда ехать, да, первый раз. Вот, потому что для меня наркоманы, как, наверное, для 90% людей, это люди, которые уже все, это, ну, мертвые люди. Отношение к наркоманам, ну, никакого. Это никакое отношение. Это люди, которым даже здрасте не надо уже говорить. Вот. И когда мне начинали рассказывать о том, что надо приехать, посмотреть, я боялась безумно. Но когда я приехала, это было перед Новым годом. И вот, как Паша говорит, во-первых, это, ну, там... чувства, да, вот эти эмоции какие, я вообще не поняла, куда я приехала. Какие наркоманы, это люди чистые, светлые, добрые. Ну, в общем, они переродились. Вот как мы детей воспитываем, там то же самое идет, такое же воспитание. Они заново учатся все любить, ценить, уважать, радоваться, все заново. Поэтому, ну, я приняла это. Было тяжело, потому что график Николаев, Очаков, это очень все, ну, очень тяжело. Ну, ничего. Мы вот так вот, я езжу, когда могу, с детьми ездим туда, когда, как получается. Поэтому. Там у вас очень красивые места. Мы, да. Ну, учитывая, что мы каждый год ездим на Кимбургскую косу, то очень красиво. Друзья мои, вот скажите, пожалуйста, центр реабилитации наркозависимых. Такое сложное название, такое сложное дело и такой сложный подход, конечно, к делу, но... Вот овчинка выделки стоит? Ну, спасенная жизнь однозначно стоит. Конечно, потому что, ну, вот если в год мы даем три-четыре человека, которые проходят реабилитационный центр. По сути, это очень мало. Но сам центр, он имеет эффективность 60%. То есть из тех людей, которые к нам придут, и останутся на программе, 60% всего лишь ее закончат. А что это за программа? Это программа, которую мы сами разработали, запатентовали. Вот. Программа исключительно психолого-педагогическая. Там работают профессиональные психологи, педагоги, обучают ребят раскрываться, обучают искусству. То есть там и художники преподают, и вокал преподают. И, ну, на самом деле она очень многогранная и разносторонняя. Но всем этим людям нужно платить деньги. Некоторые из них работают как волонтеры. Вот. Но, в принципе, это общественная организация, которая работает по принципу спонсорской помощи. Большинство из спонсоров, к сожалению, являются только родители. Этих ребят. То есть нету никаких фиксированных там цен. Вот. Есть люди, которые эту спонсорскую помощь оказывают. Иногда встречаются организации, которые оказывают спонсорскую помощь. Вот, например, в прошлом году, благодаря этой спонсорской помощи, мы поставили полностью металлопластиковые окна. Вот, приобрели, родители помогли нам приобрести
Мерседес, микроавтобус, для того, чтобы мы могли, ну, как бы лучше, качественнее функционировать. Ну, хорошо, а если к вам попадает в центр человек бедный, который, и родители его ничего не имеют, и он все... Ну, в основном же, что такое наркоман в доме, который несет все из дома, это страшная скорбь и напасть. Есть ребята, которые совершенно без денег. Абсолютно. Вот. Более того, у нас было до вот этих всех событий, которые в нашей стране начали развиваться не так давно, у нас было много ребят с Луганска, с Донецка. Вот. После того, как вот это произошло, произошла война, военные действия, то их родители просто не смогли оказывать никакую помощь. Им уже нужна помощь. Поэтому мы своего рода помогаем и им держать этих людей у нас. То есть мы вытаскиваем их детей. Какое ключевое отличие вашего центра от других? Вот мы были как-то в одном из центров, там в основном все наркозависимые должны работать, то есть трудотерапия такая. Ну, потом они все разбежались, и центр благополучно перестал существовать. На что вы делаете упор? Ну, если можно, такой вот, это ж не секрет, правда? Нет, конечно, не секрет. Это все прописано, это даже можно прочитать на нашем сайте запросто. Вот. Основной упор мы делаем именно на психологический подход. То есть ни в одном реабилитационном центре, мне известно, по крайней мере, нету таких глубоких процессов психологических, которые есть у нас. Например, люди в конце прохождения нашей программы прописывают так называемую, это она у нас так называется, духовная биография, которая состоит из событий его жизни, которые, по его мнению, повлияли на на ход его судьбы, жизни, на все. Он, человек прописывает это, и к нему приходит огромная масса осознаний, и почему он стал употреблять наркотики, и какие у него есть опасности в жизни. То есть это анализ всей, по сути, прожитой жизни. Это только один из процессов. Есть такие тоже глубокие процессы с родителями. Родители приезжают, мы называем это трехдневка, они приезжают, и очень важно добиться принятия, прощения, как и с одной стороны, как и с другой стороны. Зачастую родители гораздо тяжелее, чем их дети, несмотря на то, что они наркотики не употребляли. Потому что просто так в семье не появляется наркоман. И мы пытаемся с первых дней пребывания у нас человека нового донести его родителям, чтобы они не перекладывали только лишь ответственность на того человека, который употребляет наркотики, но и рассмотрели свои ошибки, проанализировали свою жизнь. То есть у нас идет комплексная работа. Кроме того, силы у нас никто не держит. Человек может встать, развернуться и уйти. И в этом есть сила самого центра. На данный момент я очень рад тому, что в Украине при Министерстве здравоохранения появился такой общественный совет, в который входит наша организация. И вот 14 числа мы будем стандарты разрабатывать программ реабилитации для того, чтобы в Украине не было такое бесчисленное число нехороших, так их в кавычках, что ли, назовем, центров, которые отбивают у ребят желание проходить реабилитацию, которые отбивают у ребят желание лечиться вот на наркомании, отбивают веру в то, что это может помочь. Вот вы сказали, что просто так в семье наркоманом не становится. То есть для того, чтобы, когда в семье появляется наркоман, это и ошибки родителей, это плод. Это синтез какой-то. Это силы. Плод конечных разрушений как и семейных, так и личностных человека. То есть проблема не начинается с момента употребления наркотиков, проблема начинается гораздо раньше. То есть в семье есть определенные разрушения. Там невозможно вывести какую-то аксиому конкретно, вот по одной и той же причине все становятся наркоманами. Это не так. Все зависит от человека, все зависит от его родных и близких, все зависит от его внутренних ценностей. Но, как правило, если человек дома у себя не находит авторитетов, он начинает искать их на улице. А там вряд ли хорошему научат. А вы у себя дома авторитет, да, Оксаночка? Авторитет?
Ну, безусловно. Я стараюсь бути, наверное. Дай Боже, щоб справжні добрі люди завжди були у нас як візерець. Щоб лиха було менше, а добра більше. До речі, це залежить від кожного з нас. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у дружньої родини Павла і Оксани Казар'ян. Щодень завтрашній нам готує? Почуємо зараз. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 13 січня – щедрий вечір Меланії. Якщо відлига на Меланію, то слід чекати теплого літа. 14 січня – старий новий рік Василія Великого. Свінку та боровка до Васильівського столу. Якщо на Василія легкий мороз та малий сніжок, на врожай хлібів.